Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, еще раз добро пожаловать. И я думаю, что хорошая возможность предоставилась. Сегодня здесь большой круг вопросов. Хочу лично поблагодарить вас за первый звонок и поздравления по поводу моего назначения. В этой ситуации я новый человек, и Арбиния в новых реалиях, новые условия. И я думаю, эти два месяца очень многие приняли в сознании и в понимании со стороны нашего общества восприятие мира, региона и нашего отношения к внешнему миру. Естественно, мир меняется, эволюционируется, и мы тоже должны сделать определенные корректировки, и, я думаю, и в создании политической элиты Армении, и в создании общества есть такое понимание, что Россия играла, играет и будет играть очень значимую роль на сегодняшний день. Добро пожаловать. Спасибо большое, уважаемый Иван Генрович, коллеги, друзья. Мы очень ценим то, как гостеприимно и эффективно организован визит нашей межведомственной делегации, представительной делегации в Ереван по договоренности президента России, премьер-министра Армении. Мы рассматриваем нынешние переговоры, которые охватывают все бесконечные сферы наших отношений, как выражение обоюдной нашей нацеленности на всестороннее углубление союзнических связей, стратегического партнерства между нашими странами и укрепление дружеских отношений между нашими народами. Кроме того, мы рассматриваем этот визит, который осуществляется по договоренности президента и премьер-министра, как свидетельство нашей поддержки усилиям правительства Армении, ее премьер-министра, по стабилизации обстановки и по обеспечению приверженности справедливому долгосрочному урегулированию Нагорно-Карабахского проблема в полном соответствии с заявлением от 9 ноября, которое было подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации. Поэтому, на наш взгляд, визит является очень важной качественной веткой в развитии всех областей нашего сотрудничества. Спасибо еще раз за выступление.